Люди проводят со своими питомцами много времени. Они гуляют с ними, играют, повсюду берут с собой. Некоторые хозяева не хотят разлучаться с домашними животными даже на ночь и предпочитают спать с ними в одной кровати. Но делать подобное стоит далеко не всегда. И история женщины, которая посчитала нужным остаться анонимом, подтверждает эти слова. Она каждую ночь спала в одной кровати со своим питоном, и то, что случилось дальше, вмиг заставило ее переосмыслить свои предпочтения. Все началось с того, что героиня нашей истории решила завести себе домашнего питомца. Ей хотелось взять в дом кого-то более необычного, чем кошка, собака, хомяк или попугай. И выбор почти сразу пал на питона. Девушка безумно полюбила свою змею. Она буквально повсюду носила ее с собой. И спали они тоже вместе. Питон, длина которого составляла почти 5 метров, каждую ночь обвивал свою хозяйку чуть ли не с ног до головы. И так они погружались в сон. Постепенно это вошло в привычку. Женщина даже не могла заснуть, если рядом не было ее обожаемого питомца. Ее друзья и знакомые не скрывали своего удивления. Опасная 5-метровая змея спит рядом с человеком, как кошка или собака. Они нередко напоминали подруге, что это может быть опасным, но та только отмахивалась и весело сообщала, что питон никогда не причинит ей вреда. И вроде бы все шло как нельзя лучше, но в какой-то момент девушка заметила, что ее любимец сильно похудел. Она начала внимательно следить за тем, сколько он ест, и оказалось, что у змеи значительно ухудшился аппетит. И вскоре чешуйчатый питомец полностью отказался от еды. Известно, что некоторые питоны и удавы способны обходиться без пищи целый месяц. Но по подсчетам девушки, голодовка ее любимца длилась уже более 10 недель. Тогда им пришлось отправиться к ветеринару. Хозяйка очень переживала, она не могла даже представить, что с ней будет, если змею так и не удастся накормить, и дело закончится трагедией. К счастью, специалист оказался настоящим мастером своего дела и быстро определил, в чем заключалась проблема. Когда он узнал, что женщина каждую ночь берет питона с собой в кровать, и там он укрывает ее собой с головы до ног, то сообщил ей шокирующие вещи. Змея отказывается от еды, потому что готовится к большой трапезе. За то время, пока питон находился так близко к человеку, он решил, что совсем неплохо было бы съесть свою хозяйку. Человек достаточно крупная добыча, и змее перед таким шикарным обедом нужно было поголодовать хотя бы пару месяцев. Шокированные хозяйки также сообщили, что если бы она не обратилась за помощью вовремя, то уже очень скоро превратилась бы в плотный обед своего питомца. И, возможно, прямо во сне. Только тогда женщина осознала свою опасность происходящего и вспомнила предупреждение друзей. До этого момента она не могла даже подумать, что ее питомец способен хоть кому-нибудь причинить вред. Эта история – предупреждение для тех, кто мечтает держать у себя в доме экзотическое животное и не видит опасности в том, чтобы спать с ним в одной кровати. Если вместо пушистого котенка человек заводит 5-метрового питона, способного целиком заглотить даже крупную жертву, необходимо полностью осознавать все возможные последствия такого решения. Даже если змея будет получать достаточно пищи, она навсегда останется змеей и не перестанет смотреть на своего хозяина, как на сверхлегкую добычу. Если вам понравилась эта история, ставьте лайк, пишите свои комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока!